Тема нашего следующего репортажа находится на стыке медицины и сферы обслуживания. Все мы знаем, что если человеку плохо и он не хочет, чтобы ему стало еще хуже, он звонит в скорую помощь. Ну а если человеку хорошо и он хочет, чтобы ему стало еще лучше, куда звонить в этом случае? Специально для таких людей я открыта недавно еще одна служба скорой помощи, которая так и называется – сексуальная скорая помощь. Алло, алло, это 033, скорая сексуальная помощь. Карету срочно мне пришлите, пожалуйста. Я больше не могу. Что значит, я тогда звоню, дорогая моя? Да нет, я могу. Эмилька, и так могу, что я уже просто не могу. Что, адрес? Парковый 8, квартира 15, пятый этаж, нет лифта, нет. Что значит, может подняться? Это сколько ей лет, если она не может подняться? Что, первую помощь оказать? Да, дорогая моя, если бы мне было кому оказать первую помощь, я бы вам не звонил. Пожалуйста, быстрее. А, уже выезжайте. Жду, жду, дорогая моя, жду. Алло, девушка, это я. Я вам уже час назад звонил. Где же ваша скорая? Что? Что у вас? Ну, почему меня должно волновать, что у вас с утра уже было 22 вызова? Что? Что нет бензина? Ну, так пусть пешком придет. Ну, дорогая моя, ну что, я виноват, что я живу на окраине? Если я живу на окраине, это что значит, что меня уже не нужно спасать? Ну, пришлите хоть кого-нибудь, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу. Ну, быстрее, только очень быстро я жду. Я так и жду, девушка. Алло, девушка. Это снова я. Я буду жаловаться, девушка. У вас там что, скорая помощь или бардак? А, и то, и другое. Очень хорошо. Так вот, я хочу, чтобы у меня было и то, и другое. Что значит, уже выехали? Вы ко мне уже полтора часа так уже выехали. Ой, кажется, уже приехала. Извините. Здрасте. Здрасте. Сексуальную неотложку вы вызывали? Да, но я сестричку вызывал. Мужчина, не скандальте. У вас окраина, пятый этаж. Ну. У нас по этим вызовам только я и еду. Противно.